Всем привет! Смотрите, как создать RAID 60 на контроллере LSI 92658i. Как создать через BIOS контроллера с помощью утилиты LCA и программы StorkLine. А еще, как восстановить данные с разрушенного RAID 60. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. RAID 60, или как его еще называют RAID 6+0, это массив дисков, который объединяет несколько групп, обеспечивая двойную четность RAID 6 с прямым чередованием блоков RAID 0. Для построения данного уровня массива потребуется как минимум 8 дисков. Что касается надежности, она довольно велика, так как этот тип RAID обеспечивает двойную избыточность и может выдержать потерю до 2 дисков в каждой группе. Но все же потеря данных не исключена. Для начала давайте разберем, как создать RAID 60. Я покажу, как построить массив из 8 дисков на контроллере IBM ServerRAID M5016. Для первого способа я буду использовать утилиту LSA. LSA – это веб-приложение, которое позволяет отслеживать и устранять неполадки дисковых хранилищ, а также создавать и управлять различными конфигурациями RAID-массивов на контроллерах LSI Avago. Сперва ее нужно скачать. Чтобы загрузить последнюю версию программы, нужно зайти на официальный сайт. Здесь в поиске пишем LSI Storage Authority и жмем кнопку «Найти». Открываем вкладку загрузки и скачиваем версию для нужной операционной системы. Мне нужна версия для Windows, так как буду показывать на примере этой операционной системы. Кликаем по значку «Скачать» напротив zip-архива. Извлекаем файлы в любое удобное место и запускаем установку. Информация о пользователе заполнять не обязательно. Далее будет предложено выбрать тип установки программы. Здесь есть несколько вариантов. Выбираем Gateway – установить все компоненты. После установки программы UArLake появится на рабочем столе. Запустив программу, она откроется в браузере. Жмем здесь «Войти», указываем логин и пароль вашей учетной записи Windows. Имя нужно указывать латинскими буквами, иначе могут возникнуть проблемы со входом. После входа вы попадете на экран управления контроллером. В этом поле нужно выбрать контроллер. Для создания нового массива откройте пункт меню «Конфигурации». Если у вас уже есть собранный RAID, для его удаления нужно очистить конфигурацию, кликнув по данному полю. Ставим отметку подтверждения и жмем Yes. Затем жмем еще раз по кнопке конфигурации. Теперь нужно выбрать метод построения, продвинутый, где вы сможете указать все дополнительные параметры, или простой. Некоторые параметры будут установлены по умолчанию. На следующей вкладке укажите уровень RAID массива. Затем добавьте накопители, из которых он будет состоять. И добавьте виртуальный диск. Укажите размер
имя и размер блока. А еще нужно выбрать метод инициализации, политику чтения записи, кэширование и другие параметры. Затем нажмите «Добавить виртуальный диск». И финиш для завершения. Через некоторое время RAID массив появится в этом окне. Здесь вы сможете посмотреть информацию о нем, состояние дисков и так далее. В дополнительных опциях можно включить проверку, настроить оповещение, добавить диски горячей замены и другое. Следующий способ создать массив дисков на данном типе контроллера с помощью консольной утилиты StorkLay. StorkLay – это инструмент командной строки, позволяющий производить любые настройки на RAID контроллерах LSI Avago. Все то же, что и с утилитой LSA. Создавать, изменять и управлять RAID массивами. Программу можно скачать с официального сайта. Просто в поиске вводим имя, и скачиваем подходящую версию. Извлекаем файлы из архива. Для ее запуска открываем командную строку. От имени администратора. И переходим в папку с программой. Для этого пишем CD и копируем путь к каталогу с нужной версией утилиты. Для проверки ее работы выполним команду справки StorkLay help. Далее нужно убедиться, что программа видит наш контроллер. Для отображения информации о контроллере вводим такую команду. Теперь посмотрим на список дисков, которые подключены к нашему контроллеру. Сделать это можно, выполнив следующую команду. Здесь отображен и их статус. И чтобы убедиться, что они не объединены в RAID, выполним еще одну команду. Данная команда выведет информацию о виртуальных дисках. Если в конце команды добавить ключ all, будет выведена более детальная информация. Состав виртуального накопителя, настройки кэширования, размер блока и так далее. Для удаления виртуального диска введите такую команду. GDV60 – имя виртуального диска. Чтобы убедиться, что RAID массив удален, выполним еще раз команду для отображения виртуальных дисков. Итак, ненужный массив удален. Приступим к созданию RAID 60. Для этого достаточно выполнить одну команду. GDVD – это виртуальный диск. R задает уровень массива. Size задает нужный объем. Я указал все свободное пространство. Name присваивает массиву имя. И Drives указывает на накопители, из которых будет собираться RAID. В моем случае от 0 до 7, 8 дисков. PD per Ray определяет количество физических дисков на массив. Зависит от общего количества физических дисков. В моем случае с RAID 60 две группы по 4 диска. Для создания массива этих данных достаточно. Если нужно, можно задать дополнительные параметры. Включить кэширование записи на дисках, PD cache, и указать ON или OFF, политику чтения и записи, размер блока и так далее. Иначе дополнительные параметры будут установлены по умолчанию. Смотрим информацию о виртуальном диске,
Как видите, массив создан успешно. Для его управления можно воспользоваться предыдущей утилитой. Еще один способ построения RAID массива на LSI контроллере с помощью WebBIOS – BIOS контроллера. Для этого во время загрузки компьютера нужно нажать соответствующее сочетание клавиш. В моем случае это Ctrl плюс H. Если в результате WebBIOS не загрузился, а пошла загрузка операционной системы, сперва нужно отключить загрузочный диск в BIOS материнской платы. Откройте BIOS и найдите список подключенных накопителей. Здесь установите значение «Отключить», после чего данная проблема должна исчезнуть. И при следующей загрузке, нажав Ctrl-H, загрузится WebBIOS контроллера. На первом экране будет выведен список определившихся контроллеров. Если у вас их несколько, выберите нужный и нажмите «Старт». В следующем окне вы увидите все подключенные к контроллеру диски. Для того, чтобы создать RAID, откройте пункт Configuration Wizard. Если у вас уже был собран массив из этих дисков, система сообщит, что он будет утерян. Жмем Yes для подтверждения. Далее выбираем ручной режим и кликаем Next. На следующем этапе нужно указать диски, из которых будет состоять будущий массив. Выделяем их и жмем «Добавить массив ADD to Array». Если на этом этапе выбрать все диски и добавить их в группу, вы сможете создать RAID 6, 5, 1 и 0. Для того, чтобы создать RAID 10, 50 и 60, нужно создать несколько групп дисков, так как данные типы массивов состоят из групп накопителей. В моем случае мне нужно создать RAID 60 из 8 накопителей. Поэтому я выделяю первые 4 диска, затем добавить ADD и accept disk group. После чего выделяю оставшиеся 4 диска и снова добавить ADD. Accept, подтвердить и Next. В следующем окне жмем ADD to Span, добавляем ранее созданные группы дисков и жмем Next для продолжения. Как видите, теперь доступны такие уровни RAID 60, 50, 10 и 00. Выберите нужные из этого списка. Далее при необходимости можно изменить дополнительные параметры. Размер блока, политику чтения и записи и так далее. В конце задаем объем будущего массива. Я указываю полный объем. После жмем Accept для подтверждения и Yes. Кликаем Next. Затем еще раз Accept и Yes для записи конфигурации. Система предупредит, что все данные будут безвозвратно утеряны, и запросит подтверждение начать инициализацию. Для соглашения жмем Yes. Возвращаемся в главное меню и перезагружаем систему. Если вам нужно загрузиться из данного устройства, не забудьте установить отметку напротив Set Boot Drive. Если система будет грузиться из другого диска, который был отключен перед запуском WebBIOS контроллера, откройте BIOS материнской платы и включите его. После загрузки системы, чтобы массив появился в проводнике, его нужно разметить в управлении дисками. Размечаем. И ждем завершения форматирования. После он будет виден в проводнике. Если вы случайно удалили информацию с вашего RAID массива, потеряли данные в результате неправильной настройки, вышел из строя контроллер, жесткий диск или другое оборудование, при котором невозможно скопировать информацию, воспользуйтесь программой для восстановления данных с RAID.
Hetman Raid Recovery поможет вернуть утерянную информацию с поврежденных дисковых массивов. Утилита вычитает из системы всю информацию о контроллере, материнской плате или программном обеспечении, на котором был создан массив дисков, воссоздаст разрушенный RAID и позволит скопировать из него всю оставшуюся информацию. Если вы случайно удалили данные с RAID, просто запустите программу, просканируйте накопитель и восстановите нужные файлы. Удаленные файлы здесь помечены красным крестиком. В том случае, если вышел из строя контроллер, придется подключить диски напрямую к материнской плате компьютера. При подключении большого количества накопителей могут возникнуть трудности с малым количеством SATA портов и разъемов питания. Есть специальные платы и кабеля, с помощью которых можно увеличить количество разъемов до нужного числа. Их примеры вы сейчас видите на экране. Если у вас нет возможности подключения всех дисков, но есть наличие достаточного свободного места, можно снять образы со всех накопителей, смонтировать их в программе и восстановить данные с образов. Наша программа поддерживает данную функцию. Для данного метода достаточно наличия одного свободного SATA порта и разъема под питание жесткого диска. Подключаем один диск, загружаем систему и запускаем программу. Открываем вкладку «Сервис», «Сохранить диск», указываем место, куда он будет сохранен, и жмем «Сохранить». Нам нужен полный его объем, поэтому обратите внимание, чтобы отметка была установлена напротив пункта полного размера. После завершения процесса сохранения повторите данную процедуру со всеми накопителями, из которых состоял ваш массив. После сохранения всех образов нужно подгрузить их в программу. Для монтирования образа диска откройте вкладку «Сервис», «Монтировать диск». Укажите путь к файлу образа, выделяем их и нажмите «Открыть», после чего он появится в программе. Таким образом, нужно смонтировать все диски. В случае со смонтированными дисками программа может не собрать разрушенный RAID автоматически. В таком случае воспользуйтесь RAID конструктором. Запускаем RAID конструктор и жмем «Далее». Выбираем пункт «Создание вручную», «Далее». Здесь нужно будет указать всю информацию о вашем RAID массиве, выбрать его тип, указать порядок блоков и их размер. Если RAID состоял из нескольких групп дисков, указать их количество. Затем добавить накопители и указать их порядок. Поврежденные накопители нужно заполнить пустыми. Указав все известные параметры, нажмите «Добавить», после чего массив появится в менеджере дисков. Как видите, после определения параметров программа видит наш RAID массив, его объем и другую информацию. Осталось его просканировать и восстановить данные. Кликните по диску правой кнопкой мыши и нажмите «Открыть». Для начала выполните быстрое сканирование. Если в результате программе не удалось найти нужных файлов, выполните полный анализ. Программа нашла все данные, что остались на нашем RAID. Далее нужно отметить файлы, которые нужно вернуть, и нажать «Восстановить», указать путь, куда их сохранить, еще раз восстановить. По завершении они будут лежать в указанной папке. Программа способна отобразить данные даже при отсутствии нескольких дисков. Так как это 60-й RAID, файлы останутся неповрежденными при выходе из строя до двух дисков из каждой группы. Сейчас мы это проверим. Как видите, программа отображает файлы в полном объеме,
без нескольких дисков. Серверы RAID 60 обычно чрезвычайно надежны и предлагают удобную степень резервирования. Однако, как и в любой конфигурации RAID, потеря данных не исключена. Отказ оборудования, контроллера, диска, сбой в программном обеспечении и так далее может повлечь за собой утерю важной информации. Правильный выбор утилиты для восстановления поможет безопасно восстановить утерянные данные и сэкономить время на ее поиски и восстановление. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.